Всем привет! Сегодня у нас будет обзорчик на Повелителя с каменкой. Давно уже хотел его сделать, только руки дошли до этой сборочки. Вот такой вот у нас будет Павлик 12-12, 8-8 каменная кожа. Сейчас мы ему даже влепим сюда ангела для максимального. Или давайте не ангела, пусть будет ангел. Ремочка рунами стоит, артефакт, медальки, доспех, все как положено, все на деф делаем. Так, ну что на 12 уровне у него? Призывает столб огня, который наносит урон 1840 от атаки в течение 4 секунд по вражеским целям в радиусе действия. Накладывает эффект оглашения на 3 секунды при активном умении. Столб огня получает, ну герой получает на 75 меньше урона и обретает иммунитет к оглушению и страху. А также наносит 12% от максимального здоровья. Ну, у меня был и БВшный, и с бастионом он был. Чему только не прокачан был. Честно говоря, я остановился пока на каменке. Еще один у меня есть с ожогом. А, возможно, ожог сольё, посмотрим. Ну, и тот, в принципе, где-то приблизительно одинаковые и хорошие. В плане универсальности. По атрибутам, как видите, у него в районе там 18 с копейками атаки и жизни 450, плюс там можно еще бонусами набрать. Ну, в общем, так неплохо. И плюс у меня стоит на нем доспех, я не ставил победный выпад. Можно, конечно, ему поставить победный выпад, но я все-таки потестировал много разных повелителей бури и определился, что урон фактически у него и так охрененный, там дофига дамага, а вот деф у него ватный. Он массовый герой, и на любой отражалке он сам себя просто убивает. В любых локациях его можно использовать, на архидемоне, в PvP локациях, лабиринт, забытое очень неплохо он сразу станет, атака фортов, ну в общем, где только хотите, угольная армия. Вот такая у него картинка идет по созвездиям, уклонение плюс крит удар для крита. Возможно, я со временем перероливал, что-то другое потестирую, но пока как бы уклонение ему больше всего заходит, чтобы меньше по нему попадали. Плюс у него 75% по сравнению с обычным. Давайте сразу же сравним, что у нас было на десятке. Так, три шестерки, счастливый он. 1680 атаки, тут 1840. Так, что у нас получается? Плюс 160%, да? И 15% уменьшение урона. Вот это вот неплохо, на 15% уменьшение. Так, ну что, поехали потестим его где-то в рейде. Им хорошо стены ломать. Ну, вариантов как бы очень много. Опять дырочный. Вот почему людям сложно просто зайти и проверить, что они наставляют. Так, ладно. Где там? А, мы его даже не поставили. Супер-мега-обзор. А, так, войти. Давайте вместо стрелка поставим его. Он у меня еще и в тотеме сидит. Так. Герой, скажем так, очень интересный, универсальный. На архидемоне у него получается 500 тысяч с руки, как и на других локациях. В том же самом лабиринте против гоблинов с приспешниками, там дикарпии, например, очень отлично заходит. Именно то, что надо было. Так, так, побежали в рейд. Опять, блин. Надо людей, походу, учить базы строить. Так, вот мы его выпускаем. Как видите, он вроде как бы и бьет вблизи, но у него вот эта атака, выхиль, да, буря, это
стол бури работает дистанционно, то есть там 3 или 4 клетки. Это в этом тоже очень. Смотрите, откуда аж кинул. Ну так вот он сейчас включается. С богом войны либо с бастом по жизни очень много вопросов у меня было, потому что он, вот видите, даже этого сливают. А бавашный, то там вообще сразу практически моментально улетает. Очень мало дефа как-то, ну, не знаю, не хватает. И во всех причем локациях не хватает. А тут, как видите, на 12-й прокачке у него вполне хватает как урона, так и деф у него уже получше. Потому что, опять же, та же самая Фрея, которая начинает ваншотить, как ни странно, его тоже одним из первых шитает. Ужас, день дырочек сегодня прям какой-то. Вот так вот мы его сразу пускаем. Получаем молчанку. Но опять же, видите, насколько он дольше живет? У кого есть БВшный, можете потестировать, или бастионы посмотреть, там совсем другая картина будет. Да, у него урона, конечно, немерено, я не спорю. Но любое отражение, там, от варлока щит, например, все, его просто вашего героя унесут. Так, что у нас тут есть? Можно тут попробовать завалиться к нему. Набор энергии у него, в принципе, очень быстрый. Так, смотрим. Против хранителя. Видите? Убивается. Даже такой вариант, отражалка. А вы представьте, что у вас урона в два раза больше. Он просто улетит. Так, окей, побежали. Давайте на подземках что-то посмотрим. Если вы хотите, чтобы он у вас, скажем так, был более выживаемый, потому что основная проблема, он очень быстро сливается. И хоть у меня тут даже стоит доспех на нем, то есть плюс 25% урона жизни, все равно мало. Атаки у него вполне хватает. То есть не надо ему там особо раздувать атаку, которая так, как и у Бигфута. Если вы смотрели обзор на Бигфута с каменкой, там тоже, опять же, та же самая проблема. Бастионы, БВшные, они урона много наносят, но они просто сразу сливаются. А вот с каменкой именно то. Плюс здесь у этого еще и дополнительно понижение 75%. Поэтому есть смысл. Вот сейчас он их будет красиво шатать. Что-что, а вот в плане убивания вот таких вот мест, то это, конечно, у него с руки там такой бешеный урон вылазит. Просто 12%. Вот смотрите, по миллиону простой обычный удар. Конечно, они его сейчас могут тут ушатать. Вот 2 миллиона был, 2,67. Это жесть просто, ребят. Вот каменка, чем, конечно, бы важный там. Ну, все, его слили. 4 сразу напали, плюс там. Бы важно там либо грубую силу на него поставили, там прокачать на крит, там будет бешеный просто урон. Но в плане универсальности, если вы хотите, чтобы он у вас тащил, то я вам все-таки посоветую поставить каменку, поставить ожог. Так, сейчас мы каких-то новых героев подобавляем. Хочу его одного, конечно, протестить. Было бы очень интересно. Так, надо таких, чтобы их быстро посливали. У меня таких героев, конечно, немного. Так, побежали. У нас забытая, сейчас посмотрим на него в забытой. Сейчас разок, и потом вернемся обратно. Так, вот он есть. Смотрим. Ну вот, смотрите. Его вроде как бы долбят нормально, он даже не включился еще. Но в плане выживаемости, вот именно каменка, вот он включился наконец-то. Его реально очень хорошо спасает, плюс его умение основное вообще отлично заходит.
Был бы тут бы важно, его бы уже давным-давно там Афина коцнула с Некросом. Отлично просто. Так, сейчас я... Так, забрали награду. Идем быстренько забытую пройдем. Там его потестируем. На арене просто он такое творит. Сейчас вам тоже покажу. Получить. Я как обычно проспал все. Так, 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 так. Создать команду. Вот давайте его вот сюда, в эту команду поставим. Вот я бегал... А, я в третью поставил. Бегал с ним в лабиринте. Вместе с Медузой. Кто смотрел на Медузу Железной Воли и Леди Лео Железной Воли. Просто супер. У меня были раньше проблемы. Там очень часто не заходили станы и прочее. Сейчас же они вместе все срабатывают. Он раньше, следом за ним там Лео и Медуза. И получается мои противники плюс Дрейк все время в стане. Так, вот сейчас он будет. Вот как раз он будет танчить, смотрим. Вот он включился, видите, хранитель там и прочее. Вот насколько его выживаемость повысилась. Ну, нас, конечно же, тут снесли. Но в плане... Так, я опять его в конец поставил, блин. Вот, отлично просто. Вот вечные станы, и ты себе без проблем считаешь любую пачку. Надо будет попробовать собрать пачку. Малышник, Дрейк, Медуза, Лео и он. Так, окей, сейчас мы быстренько тут попроходим. Ну, тут у нас, видите, нету сейчас топовых пачек. Плохо. На арене он, получается, кристалл у вас будет шатать. Там вообще чудеса происходят вместе с ним. А если ему еще баф дать, там череп смертельным ударом просто отдыхает. Минус ожога, если сравнивать с каменкой. Ожог блокируется, каменка не блокируется. То есть в этом тоже свой плюс. Ну, ожог имеет свои плюсы. На ожог вы уже видели тоже обзор. В некоторых локациях ожог все-таки будет лучше, чем каменка. Например, против той же самой Фрейи он может просто заблокировать урон. Каменка, к сожалению, этого не сделает. Вот отлично просто. Он включился себе, видите, без проблем. Танковать можно ним без проблем. Жизни у него тоже хватает. Плюс понижение. Просто отлично. Так, все, успели все 5. Так, окей. Идем назад сюда, потестим его еще на руинах. Так, к сожалению, он первым не вышел, но сейчас наши герои посливаются. Я надеюсь, вот он, наконец-то. Так, вот отлично. Запускаем его против Некроса. Вот смотрите, у него получается стан. Плюс он все время сносит 12%, то есть не в зависимости от того... А, я он тут выпустил своих. Валя, короче, наша затащила. То есть по урону, по дамагу на Архидемона, кто смотрел видео, я его тестировал. Для тех, у кого нет возможности собрать много... ну, скажем так, прокачать своих героев на Архи, он очень хорошо будет заходить и поможет вам спокойно набить 2 миллиона. Или сколько там у нас, я уже точно не помню. Или 2 миллиарда. Так, мы пока выйдем.
Вот он, дали нам его сразу. Ну, то есть в плане, в роли танка, как видите, свободно может. Так, сейчас быстренько, чтобы затащить все 5 попыток. Вот сразу включился всех в стан, зона действия не маленькая, скажем так, против героев. Просто отличный массовый дамагер. Так, а что я дальше иду? У нас 3 минуты осталось. Сейчас пойдем, я вам его еще на арене покажу. На волнах он неплохо заходит. Тоже массовый получается стан. Убивает он героев просто отлично. Вот он включился, без проблем урон держит. Просто после теста он с БВшкой, да, урон, блин, офигеннейший просто. Там такие вылазят удары. Ну а толку, если он удар не держит, и его просто шатают запросто. А так, то, что надо. Так. Раз, два. И последняя попыточка. Идем на арене, покажу вам его. Как он один против 6 героев может ушатать. Главное, чтобы у нас там правильно сейчас просто позаходили эти. Не по 3 линиях были. То есть на 12 скилл есть его смысл качать, но есть смысл качать, если у вас немерено кулачков и прочее. Если у вас кулачков, опять же, очень мало. Я бы не советовал. Урона ему и на десятки хватает. Так, окей. Есть. Побежали на арену. Не могу побежать, к сожалению. Придется очень долго ждать. Так, что там у нас в Колизее? Сезон заканчивается. Также его можно использовать на лаве. Адский саммит вполне там смотрится неплохо. В принципе, все, я думаю, обзор вы видели, где его применять. Я вам показал просто талантик вот этот, каменка, и реально 60% там, 75% там, плюс ангел еще 80%. Можно собрать его в крит сопротивление, он будет невосприимчивым криту, там вообще будет мизерно его бить. Но я поставил уклонение, как бы более такой универсальный на сегодня. Универсальные чары, ну ой, тут и чары, я говорю, созвездия. Поэтому, не знаю, вы уже сами выбирайте, я вам разные варианты показал. Этот хороший, этот хорош. Возможно, скоро добавят ему скин, тогда прокачаем обратно БВшку и Баст. Я вам покажу просто разницу уже более наглядно. А пока вот так вот. Все, подписывайтесь на канал, обязательно участвуйте в конкурсе на Некроса, на Паки, Самов. Будет еще много конкурсов. Делайте репостики, лайки, комменты, все, что можно. Всем пока.